Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерий и канал Валерий Хаоса. Начинаем новую рубрику, друзья, начинаем новую рубрику с вами, и рубрика под названием «Социальные сети», то есть игры социальных сетей. Вот, здесь будут выкладываться, прохождения, будем, короче, играть в игры с разных социальных сетей, там, ВКонтакте, всяких разных, короче, там, Фейсбуки, всякие, вот, все, что есть, короче. Будем играть. И у нас на очереди первая игруля, игра ВКонтакте находится, короче, в этой социальной сети ВКонтакте. И называется «Цель свободы», короче, это какой-то квест, тыкать, находить, поиск предметов, я так понял, вот. Ну, как с каким-то там сюжетом, что ли. Давайте начнем. Так, у нас тут кассета, вы открываете глаза, в кармане аудиокассета с плохо читаемой надписью. Послушай. Включите приемник. Окей. Давай. Включаем приемник. Кукловод. Кукловод. Это какой-то маньяк, короче. Маньяк-кукловод. Здравствуй, Валерий. Меня зовут Кукловод. И я хочу сыграть с тобой в игру. Ты заперт в доме со множеством комнат, в каждой из которых тебя ждут испытания. Чтобы выбраться, придется рисковать жизнью. Да? Чем-то попахивает, знаете, этим пилой, да? Маньяк-пила, короче. Типа пила. Ладно, давай. Далее. Сейчас ты находишься в единственной безопасной комнате твоей. Каждый день в ней будут появляться небольшие подарки в виде марионеток. Найди их. Конечно, своя комната — это всегда, короче, безопасное место, это своя зона, это везде и всегда так было, вроде как. Окей, давай. Так, марионетка, да, вот показана у нас марионетка, ладно. Раз, марионетка, смотри, ангелочек, какое-то перо взял, я непонятно, и пилюля с деньгами. Пилюля с деньгами, здесь наркотики, Это, короче, ни в коем случае не пропаганда наркотиков. Это, может, это вообще не наркотики, может, это какие-то, не знаю, антибиотики, может, это аспирин какой-нибудь от головы. Молодец, Валерий, самое время пройти первое испытание. Посмотри на план дома, он висит на стене. Здесь еще есть и план, здесь типа есть карта еще. Давай посмотрим. Куда-то пошла марионетка. Окей, нихера себе, да, дом, домик. Не маленький, да, нехилый. Испытание ждет тебя на кухне. Эта комната открыта для тебя, поэтому в ней горит свет. А, ну то бишь, вот сколько окон, короче, да, сколько комнат. И здесь у нас не горит свет, значит, она пока здесь недоступна. Здесь вот горит свет. И здесь, кстати, горит свет, почему у меня ничего не работает? Почему? Я не хочу на кухню. Я уже поел. Я уже ел, и я хочу туда, наверх. Я хочу посмотреть, что там наверху. Ладно, пошли на кухню. Окей. Так. Кухня. На кухне почти всегда можно встретить кого-то из жителей дома, ведь есть хочется всем. Однако иногда эта комната бывает закрыта. Поговаривают, что именно в эти комнаты кукловод или его помощники пополняют запасы продовольствия. Так, можно найти, короче, там вафли какие-то, вафли что-то под замком, банка, молоток и что-то еще, это кисть, что ли, хер знает. Закон этого дома прост, и ты тратишь свою жизнь, чтобы получить свободу, которая тебе закроет... Которая... Фу, блин. Когда дверь закроется, за тобой испытание начнется. Но коснувшись ее ручки, ты потеряешь кровь. Ты готов? Звучит страшно, звучит... Звучит очень даже... Я даже хочу посмотреть. Потеряю кровь. А, смотри, я потерял кровь, да? У нас было 40 крови, а теперь 30. Так, какое-то время тут. Окей. Находи в комнате предметы, которые я назову. Но помни, мое терпение не безгранично. Успеешь сделать это до того, как таймер покажет 0, награда твоя. Ну все, Валерий, игра началась. Окей, а какой таймер? Смотри, здесь 2 минуты, а здесь 4 минуты. Какой из них таймер? Я хер знаю, тут какие-то еще штукенцы. Так, ладно, давай, пустая ваза. Пустая ваза у нас здесь показана. А, тортик, пирог. У нас показан кусок мяса. Трудности. Лазер — одно из самых эффективных моих изобретений. Он укажет на нужную вещь. Используй. Ладно, давай лазер. Ну, типа показывает, да, где у нас что.
Дженни Уоллис! Дженни Уоллис какая-то забежала. Здравствуй, меня зовут Дженни, а ты, кажется, Валерий. Извини, я подслушала. Новички всегда кухню проходят, а я тут почти все время. Вот и знакомлюсь первый. К нам подошла какая-то девушка. Давай знакомиться со свечкой, смотри. Ладно. Так, ваш рекорд. А, мы все выполнили, что ли? Нифига, мы круты. Круты! Крутышки! Бонус за время, там бонус за поиск очков, короче, за поиск. Короче, 16 тысяч, 16600 мы набрали. Вот. А Дженни, смотри, управилась это, за первое место. 24 тысячи, почти 25. Молодец, Дженни. Неплохо, Валерий, ты делаешь успехи. Похоже, ты нашел кусочек первого пазла. Это подсказка. Соберешь пазл целиком, узнаешь, где спрятан один из ключей от этого дома. Найдешь их все, обретешь свободу. Вот так, да? Вот так. Нам, короче, надо ключи какие-то искать. Окей, давай, погнали. Чтобы ты не сдался раньше времени, я выдал тебе несколько золотых жетонов. Постарайся потратить их с пользой. Спасибо тебе, чувак. Спасибо тебе. А чё... А, это время восстановления жизни, короче. Я-то думаю, что это за херня тут? Я думал, мне уже 50 секунд жить осталось. Так, ладно, новое задание. Помощь в готовке. Помощь в готовке нам надо. А, помощь в готовке. Здесь что-нибудь будет писаться? Нет? Ладно, ступка, короче. Купить ступку, пестик и тычинка. А где тычинка? Пестик есть, а где тычинка? Женя Улис. Слушай, ты же, наверное, голодный. Я бы что-нибудь приготовила, но у меня пропали ступка и пестик. Поищи, пожалуйста. Ну, ступки у меня нет, а пестик у меня с рождения. Так что могу одолжить только пестик. Ладно, перейти. Давай перейдем, окей. Так, перейти. А это что? Дневник игрока, смотри, тут есть помощь активна. Помощь в готовке активна. Сейчас мы тебе поможем. Так, здесь у нас дневник, ничего нет. Сейчас мы тебе поможем, Дженни. Успокойся. Так, ключ. Помощь в готовке. А, ну типа, чтобы заполучить ключ, нам надо помощь в готовке. Окей, давай. Да пошли уже готовить. Ну, что ты? Что ты? Салат. Приготовим салат. Да пошли уже. Задрал. На кухне почти все... Понятно, это уже... Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Так, окей. Квестовый предмет. Ступка, короче. Понятно. Давай. Давай. Пустая ваза. Пустая ваза. Вот. Вот. Окорок. Вот. Плюшевый медведь здесь. Скалка тут. Шляпка. Шляпка. Где шляпка? Вот шляпка тут. Все отлично. И все равно я не первый. Видал, как я быстро это все нашел? И я не первое место занял. Окей, ладно. Завершить. Салат готов, да? Салат готов. Давай. Поздравляем, вы перешли на новый уровень свободы. Отлично. Можно рассказать, короче, друзьям. Но мы не будем это делать. Так, получили монеты, короче, и кровишки. Кровишки мы получили. Так, ладно. Окей. Погнали дальше. Потерянная статуэтка новая. Окей. Балерина. Я могу попросить, смотри, у кого-то, да, что-то. Найдите статуэтку балерины. Скажи, Валерий, тебе не попадалась бронзовая статуэтка балерины? Я ее где-то оставила и теперь не могу найти. Я была в гостиной, и вдруг статуэтка сейчас там. Может, спросить у Джима? Давай спросим у Джима, короче, награда, подставка, очки свободы и жетоны. Давай спросим у Джима, а тут у нас ничего не... О, дневник, смотри, появилось в дневнике. Угу. Журнал заданий. Однако умирать не хочется, да и не так уж все жутко. А по крайней мере я не один. Уже познакомился с Дженни Уоллис. Милая девушка, хотя немного странная, но она тут уже давно, так что думаю, все нормально. Перебинтовала мне руки. От дверной ручки просто невозможно не порезаться. Накормила салатом. Это чудо-таки, что это за ручки, за дверные ручки, о которых ты можешь порезаться? Что это за ручки? Что за бред? Что за херня? Так, здесь у меня два. Погоди, однако... А, вот.
Пожалуй, мне не помешает записывать происходящие события. Для начала отмечу тот факт, что я заперт в доме какого-то маньяка, называющего себя кукловодом, и вынужден проходить его испытания. Если я умру, передайте этот дневник Скотланд-Ярду. Пусть он послужит вещественным доказательством. Окей, я понял, короче, записи в дневнике тут постепенно будут появляться, да? Окей, ладно. Так, погоди, дневник, еще что-то, может... А, и все, да? Статуэтку, короче, найти и все. А, дневник кукловода, тут всякая херня такая, ля-ля-трали. Ладно, давай перейдем, погнали. О, смотри, зажглось, зажглось, гостиная зажглась. Режим слова, превосходство никем не установлено. Погоди. Погоди, а мне в гостиной надо, да? Бла-бла-бла-бла-бла. Я была в гостиной, вдруг статуэтка еще там. А, понятно, нам в гостиной надо. Погнали. Погнали в гостиную. Гостиная – традиционное место встреч обитателей особняка. Здесь игроки отдыхают, сидя у камина, узнают последние новости, травят байки и рассказывают о своих достижениях, пока очередной новичок случайно не захлопнет дверь и не решит внезапно пройти испытание. Окей. Ладно, можно найти статуэтки там всякие. Погнали. Войдя в гостиную, вы видите двух молодых мужчин, которые о чем-то оживленно спорят. Где? 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 Вы видите? Я не вижу. Где? Где этот мужчина? Джек Файрвуд. Мне не требуется помощь, брат. Я неплохо справлюсь и сам. Слышь, брат, ты не брат ты мне, гнида черножопая. Как скажешь, конечно, но если ты просто замотаешь эту сраную тряпкой, заработаешь заражение крови, Джим Файрвуд. Два Джима, что ли? Что-то я не понял. А, Джек. Это два брата, что ли, Файрвуды? Уж как-нибудь обойдусь без твоих советов, Джим, наверное, пойду я к себе. Зря вообще к тебе зашел. После этих слов раненый резко встал с дивана и вышел из комнаты, а мужчина в белой рубашке снова уткнулся в книгу. Видимо, это и есть Джим, но лучше поговорить с ним после испытания. Да. Отклонись отдельно. Так, шляпка, шляпка, шляпка. Шляпка здесь, стопка книг, стопка книг, стопка книг. Вот стопка книг. И вот стопка книг, кстати. Почему-то не взяли, это стопка журналов. Радио. Радио есть. Зонт, зонт, зонт. Где зонт? Зонт, мазафака, зонт. Зонт, мазафака, зонт, мазафака, зонт. Вот. Вишневый сок, вишневый сок. Я думал, это бутылка вина вообще какая-то. Скрипка, дрова. Скрипка, дрова. Скрипка. Дрова. Скрипка в дрова. Это такая маленькая скрипка, а где дрова? Дрова. Вот. Окей. И опять мы не на первом месте. Ладно, допустим. Ваш рекорд удерживает Дженни Уоллес. Окей, ладно, давай. Погнали. Так. Не попадалось. А, все, мы нашли, мы нашли, мы нашли. Крысы. Новое задание крысы. Ты быстро учишься, я открою для тебя новую комнату, подвал. О, подвал. В подвале по-любому какие-то хрени творятся. Окей, ладно. Так, поздравляем, мы получили там третий уровень. У нас третий уровень. Мы вообще, мы красавцы, мы боги. Так, что там? Здесь у нас ничего не появилось, нет? Здесь ничего, окей, крысы. Так, ключи, крысы. Кукловод, я открыл для тебя новую комнату, подвал, там много крыс, однако их не нужно бояться. Большинство из них совершенно безобидны, а некоторые еще и забавны. Особенно те, которые ходят на двух ногах и пытаются играть в свои игры. Думаю, ты познакомишься и с первыми, и со вторыми. Юморист, блин. Юморист. Так, окей, подвал. Пройдите подвал. Давай пройдем подвал. О, смотри, смотри. Я, кстати, этого окна даже не замечал. Как он запрятан. В подвале за последнее время развелось много крыс, так что их теперь можно встретить почти во всех частях дома. Также ходят слухи, что здесь любят назначать встречи члены подполья. Какие-то члены какого-то подполья. Ладно, давай, погнали. Открыв тяжелый люк подвала, вы заметили крысу. Она сидела прямо на ступеньках лестницы. Но секунду, посмотрев на вас, юркнула в темноту. Спустившись вниз, вы увидели молодого мужчину. Он сидел на ящике и, видимо, ремонтировал какое-то устройство. Услышав звук ваших шагов, мужчина тоже юркнул в темноту. Мужчина обернулся. Окей. Давай. Давай, обернулся. Джек. А, это Джек?
Нихера. Привет, меня зовут Джек, а ты, кажется, Валерий. Я про тебя слышал, подвал моя территория, но я разрешаю тут проходить испытания всем, кто не мешает мне работать. Кстати, здесь можно найти много интересного, если хорошенько покопаться. Давай, давай покопаемся. А, метла. Метла, метлу. Метлу нужно найти, метла. Это веник вообще, это не метла. Чайник. Чайник. Чайник, отлично. Радиополовник. Радиополовник. Радио. Так, половник это вот эта херня, да? А, радио. А где радио? Это часы. Это весы. А где радио? Вот радио. Так, радио готово. Дрова. Дрова здесь. А, бумажный пакет. Бумажный пакет, скалка. Скалку я нашел, а бумажный пакет где? Где бумажный. Вот это бумажный. Нет, это угли какие-то. Ну, тоже в бумажном пакете. А где бумажный пакет? Так, смотри, тут за нами глядят. Глядять тут за нами. А где бумажный пакет? What the fuck? Это что? Это нет. А где бумажный пакет? Чё за бред? А куда делся бумажный пакет? А вот. Я бы не сказал, что это бумажный пакет изначально вообще. Окей, ладно, погнали. Во время мы уложились, в принципе. Так. Завершить очки свободы и жетоны. Завершаем. Теперь твоё... Теперь тебе доступна прихожая. Там находится входная дверь, за которой тебя ждет настоящая свобода. Правда, эту дверь еще предстоит открыть. Окей. Крысы бегут с тонущего корабля, пока они здесь, все в порядке. Они могут создавать неприятности, но не пытайся их выгнать. Я не трогаю даже тех, кто пробует кусаться, хотя подчас они приносят мне проблемы. За ними так интересно наблюдать. Ладно, наблюдать ему интересно. Наблюдатель херов. Кукловод шутит, открыл для меня подвал и сказал, что я там увижу крыс, обычных и двуногих. Действительно, встретил крысу и Джека. Его повадки напоминают крысиные, в хорошем смысле слова. Защищает свою территорию, может найти применение самым бесполезным вещам. Все время что-то ремонтирует, как выразился кукловод, пытается кусаться. У кукловода вообще странное отношение к крысам. Крысы бегут с тонущего корабля, пока они здесь все в порядке. По-моему, из этого дома даже крысе не сбежать. Да, у Джека повадки как у крысы, говорит, защищает свою территорию, ну ладно, да, защищает свою территорию, кусаться, да, ладно. И вечно, все время что-то ремонтирует. Вы видели когда-нибудь крысу, которая все время что-то ремонтирует? Не знаю, может у них там какие-то особые свои крысы, но не знаю такого. Вот, так, окей. Найти дверь. Вижу, ты уже достаточно освоился в доме. Не пора ли тебе заняться своим освобождением? Хотя бы найти дверь. Она в прихожей, если ты не в курсе. Ладно, давай найдем. Так, в прихожей. А где прихожая? Это гостиная. Это что? Вот, прихожая. Давай. Давай. А, главная достопримечательность прихожей. Большая, обитая металлом входная дверь. Закрыта на 10 замков. Видимо, ее поставил сам кукловод. По правилам, тот, кто найдет все ключи от нее, обретет свободу. Еще поговорят, что в прихожей творится какая-то мистика. Да? Мистика? Мистику мы любим, окей. Так, минус 25 крови у нас. Ладно. Мистику мы любим. Именно эта дверь отделяет тебя от свободы. 10 замков, 10 ключей, 9 комнат и 9 пазлов, открывающие маленькие секреты каждой из них. Когда ты соберешь пазл и найдешь ключ, то сможешь использовать его для открытия замка. Окей. Допустим, ладно. Допустим. 10 ключей, короче, надо найти. 10 ключей. Но это будет очень долго, я думаю, да? Ладно. А, у нас уже время идет, твою мать. Так, туфель здесь. Бумажный пакет. А, бумажный... Опять бумажный пакет. Опять чертов бумажный пакет. Ну, уже быстрее нашли. Шляпка. Шляпка здесь. Мяч. Мяч вишни. А, мяч и вишни. Вишни я нашел, а мяч... А мяч здесь. Окей, все отлично. Где же 10-й ключ? Поймешь, когда соберешь остальные. Окей. Погнали. Еще один уровень у нас. А, что там, ваша настойчивость достойна похвалы, не упустите шанс приобрести инструмент на 95%. Да, опять какое-то разводило началось. Нахер мне это все надо. Не надо, сообщение. Уйди. Уйди гулять. Так, что дальше? Что у нас дальше? Найти выполнено. Выполнено. Завершить. Завершить. Замков на двери хватает, верно? Путь к свободе не бывает легким.
Но это ежу, понятно, конечно. Записка для Жени. Записка для Жени. А, смотри, у нас каких-то записка. Кукловод опять объявился, советует найти дверь, иронизирует. С чего вдруг у него такое хорошее настроение? Вряд ли он ответит на этот вопрос. Но дверь я нашел, впечатляет. Да, 10 замков, деревянная, обитая железом. Такую только тараном выносить. 9 ключей где-то в комнате, 10-й, видимо, кукловода. Ну, по любасу, это же главарь, это же босс, это же... Как же без этого? Окей, так, поздравляем, вы на новый уровень пошли. Пошел-то. Ладно, давай. Записка для Дженни. Новая. Записка для Жени. Так, кукловод. Я приготовил для тебя небольшое задание, Валерий. У себя в комнате ты найдешь записку для Жени. Проберись на кухне и оставь записку на столе. Окей, давай, пошли. Пошли на кухню, сейчас мы записку оставим на столе. Окей, так, пирог, пустая ваза. Пустая ваза здесь, а пирог здесь. Пирог здесь, смотри, таракан, зеленый таракан. Металл, окорок. А, метла, окорок, блин. Окорок здесь, а метла вот здесь. Так, метла и шляпа. Шляпка. Шляпка здесь. Ну, быстро. Вы оставили на столе записку для Жени, так как и говорил кукловод. Окей. В записке, наверное, что-нибудь, ух, такое. Окей. Завершить. Вы нашли закрытый сейф. Этот сейф, оставленный кукловодом, откроется через 24 часа. Не забудьте зайти в игру, чтобы забрать то, что находится в нем. Давай. Так, получено. Смотри, пазлы получены. Угу. Ты все сделал правильно. Зачем мне это нужно? Все сводится к одному простому правилу. Чтобы научиться ценить свободу, нужно лично познать несвободу. Что-то он, короче, там... Какую-то жопу, короче, я оставил. Окей. Первая загадка. Так, погоди. Дженни показала мне записку. В ней детская загадка про кисти и краски. Подразумевается еще одна статуэтка. Нашел художника, и Дженни вспомнила, как склеивала эту статуэтку. Причем именно эту остались следы клея. Получается, что либо кукловод принес сюда фигурку из ее дома, либо Дженни была здесь в детстве. Все страньше, как говорится, как говорила Кэроловская Алиса. Страньше. Ладно. Окей, давай. Перейди. Так, смотри. Кукловод оставил мне записку. Похоже, это на загадку. Видимо, в ней скрыто название какого-то предмета. Поможешь найти? Конечно, поможем. Дженни, для тебя все, что угодно. А, где она? В прихожей. В прихожей, окей. Так, в прихожей войти. В прихожей я войду с Дженни. Так, окей. Потом. А, тотем. Потом. Тотем. Ладно, погнали. Туфель, карманные часы. Нихера себе карманные часы такие огромные, да, какие-то карманы. Это что за карман должен быть? Вишни, перчатки. Вишни здесь же, где лежали, а перчатки где? Где перчатки? Это не перчатки. А где перчатки? Так. Перчатки, они маленькие. Их трудно найти. Их всегда трудно, я всегда теряю перчатки, не знаю, я их ложу всегда на видное место, они куда-то у меня деваются постоянно, эти перчатки. Вот я не могу постоянно их найти. Где? Опа, на! Нихера себе, меня ткнул какой-то меч. А, вот перчатки нашел сразу же. Как говорится, чтобы начать двигаться, нужно дать пиндюлей, короче. Окей. Давай, погнали дальше. Смотри, кукловод. А, заверши. Заверши, снова пазл мы, короче, нашли. Окей. А, зашифрованная статуэтка. Так, здесь у нас ничего, да? Я понял. Давай. Зашифрованная статуэтка, окей. А, Валерий, посмотри, мне кажется, что в этой коллекции еще был поэт. Не знаю почему, но я уверена в этом. Точно, он стоял на каменной полке вместе с остальными. Поэт. Поэт надо найти, короче, поэта в подвале. Поэт у нас в подвале, а в подвале у нас Джек, да? Или кто там? Так, давай, метла-половник, дрова-мяч, дрова здесь, а мяч вот тут. Окей. Скалка-чайник, чайник здесь, и скалка здесь, бумажный пакет. Ну, здесь как-то легко это все и быстро, да? Но все равно мы на втором месте.
Все равно мы на втором месте. Так, пятый уровень зато. Пятый уровень. Окей, погнали. Погнали. Свобода все ближе. В твоей комнате тебя ждет небольшой сюрприз за усердие. Только не разочаруй меня. Опа-на. Сюрприз какой-то. Завершим. Он точно такой, как я себе представлял. Ой, прости, я же тебе еще не говорил. У меня частичная амнезия. Я не помню своего детства до 13 лет. Это из-за того, что попала под машину. Короче, кукловод ее сбил нахер. И она провела всю жизнь, короче, в этом доме. Вот. Я разгадал уже тайну. Окей, смотри, три задания. Три новых задания. Влюбленный скрипач, пополнение аптечки и о пользе еды. Так, этот кукловод нам пишет о пользе еды, короче, да? А, смотри, пазлы. А, пазлы, да. А, это какие пазлы? Крестики нарисованы. Медицинские, блин. Так, давай посмотрим о пользе еды. Пройдет немного времени, прежде чем ты увлечешься, потеряешь слишком много крови и окажешься в крите. Стремление к свободе не должно завершаться свободой души от тела. Подготовься заранее, потом тебе может не хватить сил, чтобы добраться до торгового автомата. Ой, ой, блин, сори, друзья, сори, я почему-то икнул. Наверное, чай переварился у меня. Окей, ладно. Так, задача яблоко найти, короче. Жетоны, которые вы потратите на покупку яблока, будут возвращены сразу после прохождения квеста. А, да? Вот так. Короче, нам надо купить. Смотри, магазин. Магазин здесь даже есть. Купить яблоко. Покупаем яблоко. 5 жетонов. Стопэ. Он сказал, будут возвращены деньги на покупку. Давай сразу. Он не знает. Давай. А сколько у меня вообще денег-то? Вы не можете купить яблоко, потому что у вас недостаточно жетонов. Я понял, короче, все жетоны потратил нахер. Ладно, допустим. О, все вернулось на круги свои, отлично. Все ништяк. Золотые жетоны, 5 штук. Прекрасно. Никогда не забывай записки о запасе бинтов, Валерий. Доктор Файрвуд лишь позволит тебе не умереть, но ему никогда не хватит материалов, чтобы быстро свернуть тебе силы. А, свернуть. Не беспокойся, жетоны, потраченные на это яблоко, ты получишь обратно. Но только сейчас, даже дальше тебе придется самому думать о своем здоровье и о том, где достать жетоны, чтобы приобрести очередной пакет первой помощи. Окей. Так, пополнение аптечки. Чё? А, о. Здравствуй, Валерий, скажи, тебе случайно не попадалась вата? В этом доме постоянно кому-нибудь нужна медицинская помощь, так что я стараюсь держать свои аптечки в порядке. Я хирург по образованию. Если найдешь вату, принеси, пожалуйста. Принеси, пожалуйста. Давай. Где у него там вата? Здесь. Ладно, погнали. Погнали. Нажми на мой портрет и помогу тебе в комнате. Женя, спасибо тебе. Спасибо тебе. Так, погнали. Скрипка радио. Скрипка радио. Скрипка радио. Радио здесь. Скрипка вот тут. Вишневый сок и зонт. Вишневый сок здесь, а зонт вот здесь. Дрова, шляпка и стопка книг. Так, стопка книг вот здесь была. Где она теперь? А, вот она. Да. Так, дрова и шляпка. Дрова и шляпка. Дрова под столом, а шляпка где? А шляпка-то где? Вот шляпка. Ой, 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 ой. Мы нашли балерину, поэта и художника, но статуэтка была больше. Все это творческие профессии, может быть, актер или писатель? Нет, не то. Как же мы будем их искать, если не все помню? Точно, музыкант. Окей. Нашли музыкант. Ты нашел его? Вот здорово. Музыкант должен стоять здесь, на каминной полке, крайней справа. Он повернулся к ним, словно играет. Кто-то стоял так же, когда играл на скрипке. О, голова вдруг разболелась. Выполнено пополнение аптечек. Выполнено. Завершить. Так, завершить. Окей.
Мэтт. Благодарю, у меня как раз закончилось. Новички в ловушку... А, новичок в ловушку попал. Это с ним часто случается. Нужно будет помощь, обращайся. К сожалению, кукловод не позволяет мне помогать тем, кто еще не совсем плох, что несколько усложняет работу. Я понял. Ладно, спасти жизни, найти влюбленных. Окей, друзья. Время видео уже подходит к концу. Вот. У меня таймер. Таймер уже закончился, короче. Вот. Ну, думаю, не знаю. Так, для разнообразия, все-таки это рубрика игры и социальных сетей. В принципе, можно поковырять, да? Поковырять, поиграть, вот. Но, поприкалываться. Посмотрим. Короче, пишите в комментариях все, что вы думаете. Вот. Да. Все, что вы думаете о игре. И кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. И с вами был Валерий.